Как это не печально для граждан Беларуси, но H&M все-таки уходит из страны. Пресс-служба H&M сообщила, что магазины откроются, но ненадолго. Компания приняла решение свернуть бизнес в Беларуси. Еще 16 числа появилась новость о возобновлении работы магазинов H&M в Минске и Гродно. На следующий день стало известно, что открытие произойдет только для распродажи остатков. После этого фэшн-ритейлер уходит из Беларуси. Судя по тому, что можно наблюдать после открытия, скидок нет, очереди есть. Напомним, в Беларуси три магазина сети H&M, два из них находятся в Минске, в ТРЦ Палаццо и Галерея Минск, и один в Гродно, в ТРЦ Тринити. Сеть H&M проработала в Беларуси около 3 лет. Первый магазин шведского масс-маркета открывали с толпами народа. Через 2 месяца заработал второй магазин, еще одна точка открылась в Гродно.